работе? В адвокатуре в данный момент работает более 1800 адвокатов. Все это высококвалифицированные, профессионально подготовленные специалисты, которые защищают права и интересы людей во всех регионах нашей страны. Доступность юридической помощи для населения мы обеспечиваем в полном объеме, даже в самых отдаленных уголках Беларуси. В связи с последней реформой адвокатуры наблюдался ли отток кадров? Были упразднены адвокатские бюро и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально. Сейчас у нас адвокаты работают только в рамках юридических консультаций. Ну, естественно, в тот период произошел некоторый отток кадров. Люди, которые в основном занимались хозяйственными вопросами, они приняли решение оставить адвокатуру, но основное количество адвокатов осталось в юридических консультациях. Переход произошел безболезненно и продолжают работу и выполнять свои профессиональные обязанности. Насколько мне известно, сейчас готовится проект концепции развития института. Расскажите, пожалуйста, основные тезисы этого документа. В связи с произошедшими изменениями мы решили подготовить проект развития адвокатуры на ближайший период. Здесь предусмотреть уже, исходя из новых складывающих условий, это и взаимоотношения с государством, и взаимоотношения с общественными организациями, и повышение доступности оказания юридической помощи для населения, и улучшение качества оказываемой юридической помощи, цифровизация адвокатуры. Ну, мы хотим идти, следовать в ногу со временем и применять уже новейшие методы и способы оказания юридической помощи на современном этапе уже.